Всем привет! Сижу, парю. Как-то хочу успокоиться. Короче, снимал ТикТоки. Решил поменять. Все дома до дома. Думаю, дай на балконе посниму. Чтоб фон поменять. Поменял. Ну, короче, чё. Выпал он у меня из рук. С 5-го этажа. В дребезги. На мелкие частички. У нас там ещё сарай. Крыша железная у сарая. Он в неё. Ну. Один чехол остался, он из него вылетел, блядь. Весь покосанный. Ну, там, присмотреться, видно, царапки. Нежели шикарно, нехуй начинать, блядь. Сидел с андроидом, блядь, и сиди с андроидом, нахуй. Уебал, блядь, 70 тысяч, сука. Об землю, блядь. Об железо, об кусок железа, нахуй. Хуля. Да. Что, поверили? Опа! Вот он. Жив-здоров, все с ним отлично. Все шикарно. Все заебись. Я вам больше скажу, ребят, я сегодня снял видео про аксессуары для своего айфончика. Какими аксессуарами я обзавелся за прошедший месяц, ему месяц. Вот, все с ним хорошо, все с ним отлично, ребят. А вы никогда не ведитесь на кликбейт. Кликбейт сейчас популярная тема, как бы специально делаю такое название для видео, чтобы человек обязательно в него зашел, посмотрел. Вот, надеюсь, я этим видео никого особо так сильно не шокировал. Надеюсь, кто-то воспримет это так, как надо это воспринять, с юмором. Вот, всем хорошего настроения. Вот, ждите видос, скоро выйдет про аксессуары. Видос получился интересный. Вот, все расскажу, чем заряжаю, какие зарядки купил, какие чехлы купил и так далее. Кстати, этот вот чехол, что я показал, это вот один из чехлов, который я купил с Максейфом. Вот, так что все хорошо. Всем пока.